Как воск стекает со свечей, так жизнь уходит, хоть плачь и хоть кричи. Скажи мне, мама, почему так получилось? Ведь мы совсем не ждали, что уйдешь. И нету радости, все так изменилось. Порой от боли даже не уснешь. Семнадцатого декабря 2022 года, в субботу, в 3 часа и 30 минут дня, в Израиле, в городе Петах-Тиква, на 79-м году жизни перестало биться сердце нашей дорогой, любимой, жизнерадостной и всеми многоуважаемой Миры Нисановны Узайловой. Наша мама родилась 9 ноября 1944 года в городе Сталинабад, ныне Душанбе, столица Таджикистана, в очень добропорядочной и уважаемой семье Фузайлова Нисона Абаевича и Бабадустовой Сары Абаевны. В 1943 году наша бабушка Бабадустова Сара и дедушка Фузайлов Нисон соединяют свои судьбы. Дедушка Нисон был из глубоко порядочной, религиозной, уважаемой и благородной семьи. Бабушка Сара была из семьи знаменитой, трудолюбивой, многодетной и музыкальной. Это были нелегкие военные времена. 9 ноября 1944 года рождается первый ребенок. И так как шла Вторая мировая война, уже четвертый год, и дедушка Нисон дает ей имя Мира, чтобы был мир. И вот ровно через полгода, 9 мая 1945 года, настала победа, завершилась Великая Отечественная война. За годы совместной жизни наши дедушка Нисон и бабушка Сара стали родителями шестерых детей. Мира, Мириам, Алик, Авнер, Маша, Мазаль, Валера, Давид, Рита, Малка, Миша, Менаше. Эта семья отличалась своими качествами. Она была дружная, скромная. Семья, которая всегда старалась помогать людям. Семья, которая славилась своей добропорядочностью, доброжелательностью. Дедушка Нисон и бабушка Сара – всем детям дали достойное образование, воспитали их добрыми, честными, трудолюбивыми и порядочными. А самое главное, они воспитали в них чувство долга помогать людям. В 1958 году семья дедушки Нисона Фузайлова переезжает с города Душанбе в город Орджоникидзебат. Там наша мама продолжает учиться в вечерней школе и параллельно с учебой работает в магазине тканей продавцом. В 1962 году наша мама поступает в статистический техникум, по окончании которого приобретает специальность бухгалтер-статистик. В этом же 1962 году наша мама Мира выходит замуж за нашего отца Михаила, младшего сына знаменитой религиозной семьи Мазол и Симхо Наркалаевых. Наш отец влюбляется в нее с первого взгляда. В юную, красивую, с длинными вьющимися волосами и завораживающей и чарующей улыбкой. Была пышная свадьба. Там играли знаменитые артисты. Братья Бабадустовы, Яша и Амнун, братья Аминовы, Нерьё и Авнер и другие. Наша мама добрым характером, своим вниманием и любовью к людям всецело дополняла молодого папу, разделяя с ним радости и невзгоды семьи. В этом доме на улице Шотар-Уставеля 11 жила большая, дружная и уважающая друг друга семья Наркалаевых. Бабушка Мазол и ее три сына – Моше, Илоу и Михаил. Три снохи – Рая,
Дора и Мира. И, конечно же, все дети. Одна кухня на всех. Пища готовилась на керосинке. Стирка стиралась вручную. Вода должна была греться без остановки, ведь перед сном надо было искупать детей, приготовить еду и при этом еще работать. В этом счастливом браке наших родителей, Михаила и Миры, родились 5 детей – Оля, Лида, Шура, Игорь, Петя. Наши родители прожили в совместном браке 56 лет, любя, уважая и заботясь обо всех. Ведь это зависит во многом от преданной жены. «29 февраля 1980 года с камнем на сердце и болью в душе покидает этот мир бабушка Мазол Наркалаева». Несмотря на то, что это свекровь, а не мать, наша мама полностью, всецело принимает участие, как родная дочь. И вот еще один удар для нашей мамы. Не прошел и месяц бабушки Мазол, а точнее 26 дней, как уходит в мир иной ее отец. Многоуважаемый, образованный, имеющий 4 диплома, один из которых московский, и проработавший в ЦК Компартии Таджикистана более 30 лет. Обрел репутацию и авторитет, при этом был честным человеком с большой буквы, наш дедушка Фузайлов Нисон Абаевич. Впоследствии наша мама пишет обозначение начальных букв, фамилии, имени и отчества. В 1982 году в семье Наркалаевых произошла еще одна трагедия. На 34-м году жизни скончался, будучи молодым, сын Кисео и Моше Алик Наркалаев. Наша мама не остается и здесь, в стране. Предлагает проводить Алика в последний путь с нашего двора, то есть с бабушкиного дома. Так как дом тети Кисео был очень мал, и не было двора. Не все соглашались с маминым мнением, так как дядя Муше и тетя Кассио были разведены. Наша мама все равно взяла эту миссию на себя и при поддержке папы организовала похороны Алика с нашего двора. Мама приготовила столы, скатерти, скамейки и все, что было нужно для похорон и для поминок. Итак, 10 ноября 1982 года состоялись похороны Алика Моисеевича Наркалаева. سال 1982 نومی نویابر ارمی روز نومی نویابر سال 82 اکی ما 35 سال سرشان باید دادن مرد اکیم بسیار کلان آدم های جوراشان بسیار خیشتوارا اولاد کلان و خانی مایده زینی اکیم اولنگی ما و توسط بولیس که دیوید اگر دانیتون خانهای گلیده بیتنی نشان نیست که خانهای کنه نمیشه دیگه میره چی میگه میشه ما مرده خانه بریم نشه که ما همین مرده خانه بریم همین کی میگه بابر کنه کی ایدی مرده اکت بکنه چی دکه هست نه نمان همین مرده ما خانه بریم گفته این هست که ایچ خیمشه این هست ما همیشه من خودم میکنم کارتانو باشه من میکنم اینه همین مرده ماشین کتی برده خانه آوردیم توقوت و خانه حواس شاید آواز گو به هر زیادی دورای خانه آه دورای خانه اما حالی ما گروه بسره گر کردیم جان های بچه اکی ما هست اکن هفت روز چطور آدم آمده میره نه اپر برنا چوبه بوده نویتون چطور آدم آمده
Vay xana bana meşe gute mire hame ki akı bilin adam dostiye. Trudnu minutu hemen kare misal hemen kaz kalan. İkil epizoda çok bir şey. İlk yok bir şey. Ola hemen moşe pisaraşam kışı. Hemen doğuşum, bahçeşkizem xani var ve meşte hemen murdu durayın xanı başı oldu, oğut karı. Это не каждый может делать. Это бывает, куки, а что ты дашь мне, ну ты это сделала. Не кёрфизёв. Смерть моего брата Алька, я вот сейчас думаю, почему, допустим, эта смерть должна была пойти к тете Мире домой. Допустим, мой папа, ну да, как папа, он должен был как бы сына, нет, она не надо. Все это, и все она это взяла на себя, и все Ишо, все проходили там, и... Ну, я не знаю, как это все объяснить. Это была необыкновенная женщина. Она столько сделала благородных дел вообще для всех. Столько мне смог сделать. Как люди говорят, таких у мамы было много заслуг. Наша мама проработала бухгалтером в геологическом управлении, затем на фабрике ДПШУ. 50 лет СССР, около 30 лет. Она выполняла свою работу достойно и честно, снискала уважение своего коллектива и пользовалась большим авторитетом как среди руководства, так и среди коллег. 1990 год. Началась большая эмиграция, и наши родители решили репатриироваться на святую, обетованную землю Израиль. Новое государство, новое место жительства, новый общественный строй, новые люди, законы, порядки. С первого дня на Святой Земле наша мама пошла работать на чулочно-носочную фабрику. Не зная языка, законов этой страны, мама честно и добросовестно выполняла свою работу. Несмотря на то, что она работала и заботилась о семье, наша мама не пропускала ни одно светское мероприятие, спектакли, концерты, торжества родственников и друзей. При этом не упускала возможность организовать поездки за границу с родными, коллегами, друзьями и семьей. Наша мама была красивая, веселая, заводная, с добрым сердцем и с открытой душой, притягивающий к себе человека, чарующей улыбкой, которая не спадала с ее лица. Она нас учила радоваться каждому дню, была всесторонне развитой, эрудированной. Наша мама была душой компании, любила рассказывать анекдоты и шутить. У нас дома всегда звучала красивая музыка. Наша мама с детства очень любила слушать и напевать. Не слышны в саду даже шорохи, все здесь замерло до утра. Если б знали вы, как мне дороги подмосковные вечера, если б знали. Не было ни одного вечера, чтобы нашу маму не приглашали на сольный танец. Как вы все помните, у нас в Союзе не вставали сами танцевать, пока не позовут. Она украшала все мероприятия своими танцами, такие как Мунаджот, Тановор и многие другие. Мама была энергичная, позитивная и ритмичная в танцах.
Наша мама была гостеприимна и славилась пышными застольями. Была идеальной любительницей готовить и печь. И, конечно, на кухне всегда ей помогала ее мама. И, как говорил наш папа, благодаря нашей бабушке они никогда не звали никого в качестве кайвона. Наша мама вдохновляла всех своими кулинарными шедеврами и изысканными блюдами. Была на кухне хозяйка от Бога. Любила разнообразные игры, такие как лото, кульчинор, 66, домино, реми, нарды, кроссворды и другие. Наша мама имела феноменальную память на все даты. Поминальные, дни рождения. Всем звонила и всех поздравляла. Всегда старалась людям сделать приятное своим вниманием. Также запоминала большие объемы информации. Помнила любой момент каждого дня, до мельчайших деталей. Мы называли нашу маму «ходячий компьютер». Двери нашего дома всегда были открыты для родных, друзей, коллег и соседей. С мамой было всем приятно общаться, проводить застолье и наслаждаться любыми праздниками. Неважно возраст, религия, пол и национальность человека. Всем нравилось ее общество. Она была очень мудрая, терпеливая, щедрая и хлебосольная. Я не имею права сегодня не сказать, что наша Мира достойна больших похвал в литературном жанре, в литературном словарном запасе. Нет таких слов, чтобы оценить большую любовь, большой вклад в дело помощи, в дело воспитания. Я помню, я с этой семьей везде всегда был. Это Мира, отрывая от сердца, отрывая от души, из кармана, изо рта, она могла поделиться, не имея за собой такого права, поделиться с братьями, поделиться с мамой, поделиться с родственниками своего мужа. И также помочь и повеселиться, и поднять настроение в кругу своих друзей и близких. Это слова благодарности, Мирочка. Твой Михаил, это Михаил Амалох, ангел, который тебя понимает в любом состоянии твоего здоровья, твоего настроения и твоих мыслей. В 2002 году оборвалась нить жизни 27-летнего молодого, чуткого, внимательного, отзывчивого, добродушного маминого племянника, нашего двоюродного брата Эдика Узайлова. Не высказать горе, не выплакать слез. Семью Фузайловых постигла безвременная и невосполнимая утрата совсем юного Эдика. Маме было нелегко пережить эту потерю. Наши родители женили сыновей и выдали замуж дочерей. Сделали всем пышные свадьбы. Все дети, братья, сестры, снохи, зятья, племянники, внуки, внучки и правнуки были согреты вниманием и любовью. Наша мама помогала молодым создать семью в качестве свахи, и все это безвозмездно, а также всегда делилась мудрыми советами и протягивала руку помощи. Михаилу Мира, Сусан Мира, Субата Назимна, Одова Назимна. Одам бошад, сухбат бошад, майшат бошад. Ино ҳақиқатан чиқилики кутубидан пеш сутоба пул ба кор медорад. Ин як характери аҷоиб шуд. Шу рӯз хониши одам бошад бисёр назар мебинад. Бовар кунед, ман барои додруму келлама огри тарк намекунам инова. Инова афтода шумо бахир. Бовар кунед. Инова саломат бошад додруму. Ин ҳама аволи зене. Бовар кунед. مرد هیچی نیست زندگی به اگر زن همه کارها رو تشکیل نکنه مرد موم بیکاره یک چیز این همه اول زنه مرد من
2013 год. Большое горе постигло нашу семью. Безвременно ушел в мир иной, дорогой и близкий для нас человек, наш зять Рушель Узайлов. Коварная болезнь настигла его. Он долго боролся с ней. Жена и дети всегда были с ним рядом. Лучшие врачи и новые лекарства не смогли ему помочь. Нашей маме было очень трудно смириться с таким горем. Наша мама собирала всех на праздники 7 ноября, 1 мая, Новый год, дни рождения, религиозные праздники и обряды, объединяя семьи. Этим самым мама с папой построили при жизни большой мост дружбы между Нарколаевыми, Фузайловыми, Алаевыми, Бабадустовыми, Аминовыми, Катаевыми и многими другими. برادران عزیز، دوستان مهربان، بسیار خیشتواران ما از دنیا گذشتند. سری آدم از سنگم سنگ و از شیشم نازک. صاحبی سخن می گفت که اجل که رسید کی که نگاه کند در پیر و جوان. غنیمت از جوانی و زی صحبتی پیران. هزار حیف که پیر و جوان در جهان نخواهد بود. برادران عزیز، دوستان مهربان، شما هستتان و خامتی من کمتر بلند باشن با امید دراز زنی مهربانم باشن دو پسرم دو قناتم باشن دخترام داماتام نویرام خداام ای فرزندان دوستانی من بلبلانی بستانی من نسازید گیریه و ناله چون که آخری عمر انسان همین است رحمت باید خیرتان رحمت های کلام И вот страшное, неповторимое горе для нашей семьи. Как трудно говорить, а тем более писать об утрате, которая постигла всех нас в эти прекрасные, теплые дни праздника Песах. 4 апреля 2018 года уходит из жизни любимый, дорогой, многоуважаемый, глубокопорядочный, общественный деятель, наставник и любимец народа, наш папа Михаил Нарколаев. Это большое горе для каждой женщины, когда она теряет своего мужа. Но наша мама потеряла не только мужа, она потеряла самого близкого человека, друга, опору, защитника, с которым прожила рука об руку, преодолевая все невзгоды, и уже кажется, что жизнь не имеет никакого смысла, что солнце уже не греет, и что папа уже не войдет в этот дом. Мама не смогла смириться с невосполнимой утратой своего спутника жизни, прожив более полувека. Ей было очень тяжело потерять любимого человека. Надежное плечо, на которую она всегда могла опереться, и просто друга по жизни. Но она нашла в себе силы и поделилась своими воспоминаниями, так как мама обладала от бабушки Мазол большой информацией о династиях Нарколаевых и Алаевых. Смогла описать и добавить от себя прожитую жизнь с папой, написав и издав книгу «Годовщине поминального дня» нашего отца под названием «Плач сердца», в которой мама передала все свои чувства, вдохновение, очерки, концепцию и этим самым донесла читателям все мысли, переживания и реальные события. Книга «Плач сердца»
была выпущена в 2019 году большим тиражом в 500 экземпляров. Мы знали, что наша мама была источником любви и мудрости и всегда своими поступками радовала и удивляла всю семью родных и близких. Но эта книга – высший пилотаж, доказав свою любовь и уважение к мужу и ко всем родственникам. Несколько строчек, написанных нашей мамой, о любящем муже и обозначение начальных букв. روزی نکیه بینه تا الهیم رحمت کنم داماتی مهربانم از دنیا چش کشتن حرفی میخایل میخایل جان گجایی بیا به این طرفه بچه ها به بچه ها چشتن هم مفرم حرفی میخایل میخواهیدی دوست، میخواهیدی زن دوست، فزن دوست این الان دار حیف میخواه آدم دیگه نمی بیام آچه مانونا میخواهید میخواهید جانبی میخواهید И вот самым последним и тяжелым ударом для нашей мамы было, когда покидает этот мир ее мама Фузайлова Сара Бат-Ушао Бабадустова. Для мамы это страшное событие. Хоть ей было уже 75 лет, она по-детски плачет о потере самого дорогого, самого святого для себя человека. Смерть мамы – это глубокое горе для всей семьи. С ее уходом все дети теряют частичку себя. Невосполнимая потеря для всех, кто знал и любил ее. Заботливую, трудолюбивую, милосердную и аккуратную. Наша бабушка, Сара Фузайлова, ушла, но безграничная любовь ко всем осталась навсегда. Память о ней сохранится в детях и внуках. Обратите внимание на портрет. Это портрет не королевы, не актрисы, а простой, доброй женщины, взоры которой были направлены на человечество, на добрые дела и на организацию застолья. Поэтому ее звали всегда «Человек-праздник». Посмотрите на ее взгляд. Глаза улыбаются, глядя на нас, родных и близких. Она всегда делала людям только хорошее. Ее все любили за доброту, за ее королевскую щедрость, за ее человечность, добродушие и гостеприимство. Хочу сказать сначала всем большое спасибо за внимание, что вы все пришли, уважили. Спасибо Шуре, спасибо Лиде, Оле, большое спасибо всем, Игорь, Петя. Хочу сказать, что вы, вот что мы делаем, вот эти праздники, все, чтобы вы продолжали. Я хочу сказать, что вам всем большое спасибо, что все были здоровы, здоровы, здоровье, больше ничего не надо, деньги тоже не нужны. Чтобы в каждом доме было веселье, чтобы размножались. Я хочу сказать, что вот как вы все дружно, дети, как мы дружно все идем, как будто у нас одна мама, один папа. Все идем по одному русскому. Хочу сказать, что когда мы все едины, мы непобедимы.
Нас никто не победит. Мы хотим, чтобы вот всегда все были вместе, дружно, чтобы друг друга уважали, дерехарис, чтобы не, никуда не терялось это добро и уважение к старшим. Всем спасибо, что уделили внимание. Крепкого здоровья, счастья. Хочу сказать всем, не забывать прошлое, жить в настоящем и мечтать о будущем. Ох, что праздники эти приходят и уходят. Хайфи Оганизо, берегите вот это минуту дорога. Кайфуйте, балдейте, человек вот умрет, все останется. Не спорьте по пустякам. Ничего в жизни с собой человек не забирает. Я хочу, чтобы все жизнью балдели в жизни, наслаждались. Чтобы дети ваши все вам радости приносили. Крепкого здоровья, всем счастья. Что человек должен верить в Бога. Должен признавать нашу Тору. Человек, который хочет жить красиво, он хочет переплыть море с одного берега на другой, он строит корабль из добрых дел. Когда человек строит корабль из добрых дел, он всегда приплывет и всегда мечты сбываются. Потом хочу сказать, мои дорогие молодые, в жизни, конечно, вы много все ошибаетесь. Мы тоже ошибаемся. Но мы должны прощать. Мы должны детям всем прощать ошибки. Помочь, если они споткнулись, поднять их и дать им возможность идти дальше. Молодым у нас дорога, старикам почет. Будьте здоровы. Чтобы как вы были так вот, делали Дерек Херес, чтобы это никогда не кончалось у вас, чтобы больше, чем друзей, тем интереснее жить. А с мир поедешь. Кайфуйте, пока кайфуйте. Да. Вот. Крепкого вам здоровья, счастья, за внуков, чтобы у всех было все хорошо. Детям большое спасибо. Журы, Лиды, Оли, Петя, Игорь, слов нет. Молодцы. Они все время здесь, все время помогают, все время. Чтобы вы знаете, вот жили вот так действительно с музыкой. Чтобы всегда была музыка, чтобы кайфовали, чтобы не знали горя. Дети, чтобы всегда счастье у вас всегда. Петя, Игорь, Гоша Толбачев, Оля, Лида, Шура. Я, честно сказать, очень горжусь своими детьми. Они правильно делаешь. Да. И встали на правильный путь. Может быть, от Бога, может быть, чуть-чуть мы где-то помогли. От себя. Не знаю. И я хочу, чтобы они так же продолжали, что «Одам гири адас натян». «Одам гири хоксори». Это очень дорогое внимание, чтобы уделить кому-то, чтобы кого-то понять, чтобы кому-то чем-то помочь. Они даже не говорят, чем помочь. Сами идут, всем помогают. Я очень горжусь вами. И зятя, и Келин, и дети мои все. Чтобы вы были все здоровы. Внуки мои. Чтобы все у вас всех было хорошо. Большое вам спасибо, что вы все пришли. Чтобы дорога у вас была всегда зеленая. И вот пробил тогда тот час, и сердце перестало биться. Мама вмиг ушла от нас, мы не успели насладиться. И пишет Пинхас, что в мир иной ушла Мирьям, и с ней покой. Сердце обливается кровью и будет кровоточить до конца всей жизни. Что нет среди нас нашей мамы. Она была образец добродетеля, посвятивший всю свою жизнь мужу, детям, внукам, родным и близким. Она ушла из жизни, но не из памяти. У каждого своя роль в жизни,
Она сыграла ее честно и благородно. Ты улыбаешься с портрета и смотришь добрыми глазами. Ты не ушла, ты рядом где-то, ты в памяти навеки с нами. Но мама останется путеводной звездой для всех нас. Мы бесконечно благодарны за достойное воспитание. Она привила всем нам высокие моральные качества. Мы помним твои руки и глаза. В них столько было нежности и света. И по щекам капает слеза от невозможности тебе сказать об этом. Догорит прощальная свеча, и глаза наполнятся слезами. Трудно жить на свете без тебя и поверить в то, что ты не с нами. Фильм, который вы посмотрели сейчас, это лишь маленькая частица из всей жизни мудрой наставницы, человека-праздника, Мириам Батсара. Низкий поклон и наше уважение.